В школы и библиотеки Тверской области поступит новая книга «Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы». Презентация сборника состоялась в мультимедийном историческом парке в Твери «Россия. Моя история». Автор книги – профессор Тверского филиала РГУ имени Косыгина Вячеслав Воробьев. Слово передаю нашему корреспонденту. Вячеслав Воробьев, кандидат исторических наук, доктор культурологии, профессор кафедры гуманитарных наук РГУ имени Косыгина. Его новая книга вышла под названием «Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы». По словам автора, когда он работал над тверским топонимическим словарем, который вышел в 2005 году, пояснение многих терминов и их этимологию он искал в словаре «Даля». И так вот накапливались такие ощущения, что много тверского здесь. И довольно недавно, несколько лет назад, я занялся вот этим поиском, извлечением из всего массива тверского контента. И в итоге получилось, что 3509 слов, надеюсь, я ни одно не пропустил, вот я от себя уж точно не добавил, вот, они составили то, что сейчас находится под переплетом вот этого издания. Слов интересных, собранных когда-то Владимиром Далем в Тверской губернии и отобранных Вячеславом Воробьевым, очень много. Например, угрюмого назовем гмур, а вот жишкой называли тверичане поросенка. Здесь не только лексика, здесь и фразеология, есть удивительные обороты, причем некоторые только тверского происхождения. Совсем на Руси, записано только в Тверской губернии, совсем на Руси, это быть открытым всем. А записано в Твери и в Ташке. Сенатор от Тверской области Людмила Скаковская назвала презентацию книги праздником, который пришелся весьма кстати. Ведь в ноябре вся страна отметила 220 лет со дня рождения Владимира Даля. Уникальный человек, великий человек. И тот словарь, который он нам оставил, свидетельствует о его необыкновенной прозорливости, о его необыкновенном таланте собирать фольклор, умение общаться с людьми. Мы знаем из истории, какое большое количество людей приходило, присылало свои слова, трактовки этих слов Владимиру Ивановичу Далю. Новые книги Вячеслава Воробьева «Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы» передадут в библиотеке региона. Пока этот тираж не для продажи. Но позднее совместно с библиотекой имени Горького автор планирует оцифровать издание и выложить для всеобщего доступа.